Мастер барельефа – редкая, но очень важная профессия. Объем на плоскости часто используется там, где ни рисунок, ни скульптура не способны передать нужную атмосферу. Андрей Максимов расскажет об искусстве барельефа и его значимости в современном мире. Смотрите новый выпуск программы «Стеклянный дом» 4 ноября в 19:00 на Национальном телевидении Чувашии.